Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Сегодня у нас не так много коллекций, но зато у нас большая новинка. Называется она «Обои на телефон». Сразу скажу, идея не моя, видела у других блогеров, даже не у одного, а много у кого видела. Мне очень понравилось, и здесь пакетики-наклейки. Особо заморачиваться с этими обоями я не стала, потому что сверху мы все равно будем клеить нашу основную наклеечку, которая лежит внутри этих пакетиков. Поэтому сильно заморачиваться не стала и просто нарисовала вот такие вот обычные рисунки. Разные у нас телефоны, здесь еще время. В общем, я очень старалась над этой коллекцией, получилась она очень крутая. Наклейки внутри просто пушка, надеюсь, вам понравится. Здесь 12 наклеек, и мы, кстати, закончили, наконец-то, мой старый каталог. И уже пора начинать новый. Итак, давайте приступим выбирать пакетики. Из коллекции гороскопы. Меня очень просили взять Овна. Давайте сюда положим. Уточка Лалафан идет на свидание. Возьмем вот этот пакетик. Дизайн карт. Так, просили взять пакетик с Патриком. Копилки. Осталось всего две копилки. Берем зеленую. Коллекция «Приготовь». В следующем видео у нас закончится аж две коллекции. Одна из них будет «Приготовь». Этот пакетик мы брать не можем, потому что блюдо лежит здесь. Поэтому вынуждены взять помидорку, хотя она такая красивая. Осталось всего две тетради. Что так мало? Давайте возьмем с яишенкой. И, наконец-то, наша новиночка. Выбираем, какой пакетик мы возьмем в этот раз. Первый какой возьмем. Давайте вот этот, что ли, самый красивый, который мне очень нравится. Наш ветеран, который вы видите последние разы. Потому что скоро он у нас закончится. Точнее, он уже закончился, просто осталось его заполнить. Открываем на коллекции тетради. Вот эта тетрадка у нас. И здесь аж две наклейки. Первый — это котик, который делает омлет из яиц. И второй — вот такой цыпленок. И каталог у нас под номером 4, как раз сюда. Здесь, кстати, я забыла подложить листочек, и вот рисунок опечатался сюда. Казус такой. Вот такая вот коллекция у нас получается. И здесь по соседству вот такая тетрадка. Не знаю, мне прям даже хочется повторить эту коллекцию. Если вам нравится и стоит повторить, пишите в комментариях. Лалафан идет на свидание. Собираем нашу уточку. Оу. Букет роз под номером 8. Сюда. В общем, наш жених идет на свидание с бабками, с кольцом и с цветами. Все как полагается. Готово. Эту страничку, кстати, мы уже закончили. Жених просто масечка. Коллекция «Приготовь». Уже все угадали, что же мы готовим. Я пытаюсь держать интригу. Если честно, я думала, что это блюдо не сразу угадают. Но вы очень догадливы. Очень-приочень. Картошка. Надеюсь, что мне удалось нарисовать как-то реалистично. Под номером 5. И все, остался 7-й пакетик, и мы узнаем, что же мы готовили. Гороскопы. Очень просили открыть Овна. Давайте сначала наклейку.
Эту коллекцию я очень долго рисовала, очень-при-очень. И предсказание. Обними сейчас свою маму, ведь она самое дорогое, что у тебя есть. Будь внимательней к ней и благодари за все, что она сделала для тебя. И вот сейчас, если ты Овен, и если ты смотришь это видео, немедленно иди обнимать мамочку. Моя любимая коллекция копилки. Как же все легко. Честно, я даже не подписала. По-моему, это белорусские 5 рублей. Напишите в комментариях, кто узнал валюту. Возможно, вы из Беларуси, а может, я и ошибаюсь. Готово. Такая страница классная получается. Супер. Мне больше всего, если честно, из этих купюр нравится доллар. И очень нравится 2000 рублей. А еще больше мне нравится 5000 рублей. Дизайн карт. Открываем Патрика. Здесь, кстати, интересная открывашка. Посмотрим, сработает или нет. Не сработало, как всегда. И вот такая карточка. Розовые коровки под номером 9. Сюда. Я, если честно, хотела, чтобы эта карточка попалась одной из последних, потому что она самая скучная такая. Все остальные очень красивые. Это самая простая. И наконец-то вам покажу новинку. Оформила я ее вот так. Состоит она из 4 листов. И все. И это разве последний пакетик? Ой, реально, это последний пакетик. Прикиньте, сегодня мы как-то очень быстро. Так. Оу, какие обои на телефон. Ай да, заляпала. Ненавижу, когда происходят такие казусы неприятные. Ну ладно, телефон нам попался под номером 1. И вот такие вот обои на телефон. Криво получилось. Ну ничего. Меня больше напрягает клей, который остался вот здесь. Если говорить чисто про меня, то я обычно обои на телефоне никогда не меняю. Хотя всегда хочется, но постоянно забываю. Вот такие вот классные обои я нашла в Pinterest. Здесь у нас оператор Baxel, наша зарядка и время 21:46. В общем, на этом все. В следующем видео мы начинаем новый каталог. Какой именно начать, я даже не знаю. И как только мы закончим этот каталог, я буду снимать для вас на него обзор, потому что здесь очень много крутых идей. И некоторые коллекции, когда я открываю, у меня прям такая ностальгия. Прям такое ощущение, что я вернулась в прошлое. Ей-богу. На этом все, мои хорошие. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.